Копии меню, наборы посуды и фотографии еды. Такую экспозицию Музей политической истории подготовил впервые. Выставка «Еда. Дело государственное» рассказывает о том, что у россиян, живших в царский период и при Советском Союзе, было на обед. Импортозамещение и реализация продовольственной программы, как показывает выставка «Еды» в Музее политической истории, эти задачи государство российское решало всегда. И в конце 19 века, и в начале 21-го. Политическая воля Хрущева, например, икру красную и черную перевела из статуса товара доступного и полезного для рабочего класса в элитарный и дефицитный. Конечно, икры было в волю очень много. Но во времена Хрущева была проведена большая программа по созданию гидроэлектростанции. И рыба начала погибать. И икра стала дефицитом. Как утверждают организаторы выставки, главное разделение общества в России всегда было на обеденном столе. Кстати, в молодой советской России даже тарелкам отводилась роль агитатора. На них никогда не ели, но писали лозунги. К этой выставке Музей политической истории готовился полтора года. Большую часть предметов впервые достали из фондов хранилища.